Всем здравствуйте! Сегодня у нас 16 мая. Цветут тюльпаны Грейга. Сорт Компостелла. Вот так вот они выглядят. Фирма Лефебр, Голландия. Характерная особенность — это цветные листья. Пестрые. Вот из 10 тюльпанов расцвели только 3. Рядом тоже тюльпан Грейга, сорт Красная Шапочка. Так вот он выглядит, но он зацветет позже. Также пестрые листья. И зацветет значительно позже. Потому что даже не видно цветоносов. Ну а Компостелла радует глаз. Цветок цвета пламени, яркий. Но это, конечно, не срезочный тюльпан, он слишком низкий, всего, наверное, около 30 сантиметров, но все равно очень красивый. Серединка темная. Посажены были в конце октября. Здесь они растут в овощном ящике, в пластиковом овощном ящике из магазина. Также по окончании вегетации ящик достанем, поставим под яблоню. Там луковицы дозреют и будут храниться до октября месяца. Затем заново посадим. На этом все. Спасибо, до свидания.